Здравствуйте, дорогие телезрители! И мы снова с вами. И мы снова с игрой «Думай, знай, познавай» Супер Блиц. И снова у нас есть 5 вопросов, которые мы хотим задать жителям нашего города. Ну что, зададим? Вперед! Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Мария. Я учусь в 6 классе. Отлично, Мария учится в 6 классе. Сегодня мы будем играть с Марией. Итак, первый вопрос. Касаемо мультфильма. Жену какого богатыря зовут Настасья Филипповна в мультфильме про 3 богатырей? Смотрели мультик «Три богатыря»? Да. Отлично. Настасья Филипповна женой какого богатыря является? Наверное, Добрыня Никитич. Добрыня Никитич. А кто там из богатырей вообще есть? Добрыня. Так. Кто еще? Не помню, как зовут, но там их 3. А сколько их всего? 3. 3. И вы считаете, что это Добрыня Никитич? Да. Да. А насколько уверены? Наверное, 75%. 75%. То есть сколько получается? На 4 балла, да? Наверное. Наверное. Это правильно. Действительно, это Добрыня Никитич. 4 балла в вашем активе. Итак, второй вопрос. Каких животных больше всего служило на фронтах Великой Отечественной войны? Не знаю. Вот какие животные, вот представьте, какие животных вы знаете, вот такие, чтобы они были? Лошади, да? А те, собаки. А вот те, которые можно приручить, вот каких животных вы знаете? Лошади, собаки, кошки, быки, наверное. Быки. Ну вот, как вы думаете, какие животные были самые востребованы на фронтах Великой Отечественной войны? Лошади, наверное. Лошади. То есть конные отряды, да? Да. Лошади. А насколько уверены? Ну, на 90%. На 90%. То есть тоже получается у нас 4 балла, да, до 5 не дотягивает. Итак, ну что, на 4 балла лошади. К сожалению, это неправильно, собаки. Ну что, третий вопрос. Вы когда-нибудь смотрели фильм «Алиса в стране чудес»? Давно. Давно. А новый фильм не смотрели? Нет еще. Нет еще. Итак, вопрос связан с «Алисой в стране чудес». В какой жидкости мартовский кролик, ну или заяц в некоторых источниках по-разному, купал свои часы? В какой жидкости? Да. Вот он взял часы и окунал их интенсивно. Что это была за жидкость? Может быть, мыльная какая-нибудь? Мыльная. А может быть, это напиток какой-нибудь? Чай. Чай. Уверены? Да. На сколько баллов? От 1 до 5? На 5. На 5. И это правильно. Действительно, это чай. Четвертый вопрос. Смотрела какой-нибудь мультфильм про бременских музыкантов? Смотрела. Смотрела. Вопрос. Кто из героев мультфильма «Бременские музыканты» носит очки? Из всех героев? Ну, то есть основных героев. Кто у нас герои? Это ослик. Ослик. Петух. Петух. Собака. Собака. Кот. Кот. Вот. Кто из них носит очки постоянно? Всегда носит очки. Кот, наверное. Кот. А может, у него просто круги под глазами от шерсти на очки похожие? Ослик. Как? Ослик. А ослик, он там был иногда в темных очках. Он, то есть, всегда носит темные очки, да? Не помню. Не помнишь? Нет. Ну, как ты думаешь? Ну, я думаю, что ослик. Ослик. Итак,
К сожалению, это неправильно. Это не ослик, это петух. Петух всегда носит очки. Последний вопрос, пятый. Эта единица измерения времени может быть золотой, серебряной, бронзовой и даже каменной. Время мы меряем в чем? В минутах. В минутах, в секундах. В секундах. В часах. В часах. В днях. В днях. В годах. А еще? В веках. Века? В веках. В веках. Думаешь, это века? Думаю, да. На сколько? 85%. На 4 балла, да? Век – это правильный ответ. Действительно, это век, он может быть и золотым, и серебряным, и бронзовым, и даже каменным. Ну что, я поздравляю тебя. Конечно, баллов не хватает для получения кубка, но от телекомпании «Видное ТВ». Мы дарим тебе вот такой вот браслетик на память об участии. Пожалуйста, покажи телезрителям нашим. Ну что, я благодарю тебя за участие. Спасибо. До свидания. Удачи тебе.